Железнодорожный переезд на перегоне Петелина-Кубинка-1 считается крайне загруженным. За сутки через него проходит более 150 поездов и 25 тысяч автомобилей. Для обеспечения безопасности он оборудован ручным и автоматическим шлагбаумами, устройствами заграждения переезда, световыми и звуковыми сигналами. В рамках акции «Внимание! Переезд!» 10 июля сотрудники РЖД провели комплекс контрольно-профилактических мероприятий на 4 переездах Одинцовского района. Проверяется работа, сигнализации. Работа, по освещению данного переезда, также в целом работа по работе обустройств на ЖД переезда. После проверки комиссии переезда вставляются акты и записывается в журнал данные неисправности, которые потом в обязательном порядке отрабатываются. По регламенту проверки в случае обнаружения нарушений переезд закрывают, устраняют замечания, проводится необходимый ремонт. Сотрудники РЖД заблаговременно информируют о предстоящих работах всех участников дорожного движения. Информируются работники администрации данного района, работники, владельцы автомобильной дороги, участники дорожного движения, владельцы и предприятия все о том, что будет проводиться ремонт данного переезда со сроками проведения ремонта. Антонина Папшева работает здесь в должности дежурного по переезду 7 лет. Говорит, обстановка на участке спокойная, несмотря на активное движение. Нарушения со стороны водителей в летний период бывают редко. Сейчас у нас летом более-менее ездит, без нарушений, как сказать. Зимой, конечно, когда снега, плохая погода, но бывает, машины глохнут. Вот основная причина нашего в этом. А так, в основном, все нормально, стараемся обеспечивать. Тормозной путь железнодорожного состава около 800 метров, так что экстренно остановить многотонную машину невозможно. В ходе проверки переезда сотрудники дистанции пути напомнили автовладельцам, чем может обернуться невнимательность и желание, как в кино, проскочить перед движущимся поездом. Водителям раздали памятки с грозным лозунгом «Остановись до переезда, чтобы не перечеркнуть свою жизнь». Все охотно брали листовки, ведь каждый понимает – безопасность превыше всего. Результатами проверки переезда на перегоне Петелина-Кубинка-1 комиссия осталась довольна. Существенных нарушений не зафиксировано. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».